значит, телефоны изымать не даем, требуем описи имущества и двух понятых. Иначе вы не можете гарантировать, никто вам не гарантирует возврат вашей техники. Как остаться дома? Если остаться дома, все будет только хуже. Это просто своего рода лакмусовая бумажка, которая показывает о том, что мы живем не в правовом государстве, где законами можно манипулировать как угодно. Это недопустимо. Объясните, пожалуйста, к чему вы не готовы отнестись с пониманием? Ни к чему из того, что сейчас происходит. Ну а что конкретно вас возмущает? Ну конкретно, если учитывая, зачем люди здесь собрались, это высказать свое мнение по поводу ареста Навального, время его возвращения домой. По совершенно надуманному делу, по которому его оправдали, между прочим, уже. Просто им нужен, нужно заплатить человека, которого поддерживают, который против власти. И мы здесь, чтобы сказать свое «нет», что мы к этому с пониманием не относимся и будем бороться. Он за нас борется, и мы за него будем. Давай, 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 давай
Пойди. Оп-оп-оп. Хорошо, за что вы его задержали? Вы можете говорить, за что вас задержали? Ребенок какой-то, молодой. За что вас задержали? Давай, давай, пошли. Ну, давай. Требую от нас соблюдения общественного порядка. Позировал. Поднимай вот этого. Все, выводит, выводит. Собирал одного. Спокойно, раз. Спокойно, остались. Стреляй, стреляй, стреляй.